«Танцем покорить мир». Ивановец Арсен Аракелян в составе сборной России, участвовавший в мировом хип-хоп-баттле, перетанцевал соперников из 70 стран. Соревнования были в Праге, называется Undisputed. Смысл этого мероприятия был в выявлении самой сильной команды по брейкдансу, вот, чемпионат мира по брейкингу. И там участвовала сборная команда России. В этой сборной было 8 бибоев, вот, в которые входил наш преподаватель, наш представитель команды Арсен. Вот, и они одержали победу аж над 74 командами. Соперники нашей команде достались непростые, что неудивительно, учитывая уровень состязания. Сначала россияне одолели сборную Португалии. В полуфинале сразились с поляками. Эта команда с самого начала была в списке фаворитов. Арсен своим выходом решил судьбу брейк-поединка. Польша, которая очень-очень известна в мире и очень сильная, но на самом деле не знаю как. Само собой тоже мы задали очень высокий темп батла, и ребята, не знаю, что-то пошло у них видно не так, и мы туда и выиграли их. Окрыленные на кураже от победы, Арсен и его команда, не воспользовавшись положенным перерывом, вызвали на танцевальную дуэль бибоев из Великобритании. В этом финальном батле россияне также были сильнее. Everybody! 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Break Mafia, Russia, rap your boots and Арсен – танцор с мировым именем. Большую часть его времени теперь занимают поездки по России и ведение мастер-классов с начинающими и уже опытными танцорами. Однако он был и остается преподавателем Ивановского дома танца iTown Family и забывать об этом не собирается. Я преподаю действительно в iTown Family и ни в коем случае не собираюсь оттуда уходить, так как это то место, где я именно родился и получил развитие мой стиль танца. Очень люблю преподавать. Научить побеждать нельзя, все зависит от внутренних качеств танцора. Но такие истории – стимул для начинающих. Танцевать и стремиться к звездам через любые тернии. Ведь те, кто сейчас на вершине успеха, когда-то были новичками и начинали учебу с нуля. Мы с Арсеном, в принципе, начали почти одновременно, он чуть позже. Я танцую уже скоро 15 лет, он танцует 13 лет. Вот. И, в принципе, опыт у него уже большой, мы с ним давно уже танцуем вместе, с детства. Вот. И я очень рад, что вот уже потихонечку получается завоевывать мировые чемпионаты, потому что в детстве мы смотрели на тех танцоров, которых, например, он выиграл в этот раз. А сейчас он соревнуется с ними и выигрывает. Ивановские хип-хоперы уже не первый раз успешно штурмуют мировой танцевальный олимп. В копилке преподавателей iTown десятки престижных наград со всего мира. На стене славы уже не хватает места. В iTown шутят. До покорения мира осталось совсем немного. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.